Развитие технологии блокчейн способно изменить мир, потому что блокчейн уже становится ключевой инфраструктурой наступающей четвертой индустриальной революции. Так считает министр финансов Южной Кореи Ким Дон Йон. Министр не впервые делает подобные заявления. Он опроверг спекуляции на тему запрета криптовалютных бирж. Ранее Министерство юстиции предложило запретить биржи, что вызвало резкую критику в южнокорейском обществе. «Мы не намерены запрещать или ограничивать криптовалютный рынок. Технология блокчейн очень важна, и правительство должно ее развивать», — заявил Ким. С начала 2018 года корейские банки сотрудничают с криптобиржами, соответствующими правилу «Знай своего клиента».